オービタルエアは快適な宇宙の旅をお届けします。ご旅行の際にはぜひオービタルエアを。Сандра, это Ви. У меня твой модуль памяти. Сандра, ты здесь? Ты один? Никого с собой не привел? Ну, как видишь. Входи. Не люблю, когда двери нараспашку. Ты до сих пор боишься мусорщиков? А мне говорили, что ты ничего не будешь помнить. Мусорщиков? Нет, я боюсь... Ладно, неважно. Где модуль памяти? Хорошо тут у тебя. Стильно. Спасибо. Если ты боишься не мусорщиков, тогда кого? Я плачу тебе не за то, чтобы ты задавал лишние вопросы. Ну, ты сама об этом заговорила. И вообще, я тебе жизнь спас. Могу и спросить. Тебе за это заплатили. Я была просто предметом заказа. Вот и не набивайся в друзья. Так что, где мой модуль памяти? Вот, не волнуйся, в целости и сохранности. Когда меня просят не волноваться... Это значит, от меня что-то пытаются скрыть. Скажи честно, ты посмотрел, что там внутри? Ладно, не буду темнить. Я посмотрел, что там. И я все знаю. Я так и думала. И что ты собираешься делать? Руку тебе пожать и пожелать успехов. Взломать базы корпорации Найт уважаю. Спасибо. Просто если они доведут дело до конца... Кто угодно может стать их марионеткой. Ты боялась, что кто-то из них может притащиться сюда у меня на хвосте? Именно. У корпорации Найт солидная защита. Ни Blackout, ни Fireshaft такую не возьмут. И ты написала пару кусачих демонов. Как упаковала? В беса? Нет, это был Левиафан. Даже Цербера мало, если идешь ломать такой лед. Промывка мозгов рабочим. Действительно, это суперзлодейский план. Не только рабочим. Всем. И это самое страшное. Ты мне очень помог, спасибо. Держи. Я еще немного сверху накинула коллеге по ремеслу. Приятно знать, что я сражаюсь не в одиночку. Спасибо. Увидимся.
Нет, я так и не выяснил. Ты мне что-то хотела сказать. Да, спасибо, что серьезно подошел к делу. Ты дал большинству киберпсихов второй шанс. Я знаю, это было непросто. Некоторых больных уже отправили на лечение. Даже если их не спасут, можно хотя бы узнать больше о самом киберпсихозе. Я отказываюсь верить, что его вызывает какая-то перегрузка имплантов. Кто знает, может, я потом смогу написать об этом статью. Теперь надо тебе заплатить. Спасибо. Ну, у меня мало времени. Привет, Джуди, как дела? Да, все по-прежнему. А у тебя? С переменным успехом. Ничего нового. Ты звонишь узнать, как мои дела, или... Не только. У меня к тебе просьба. Да, с тобой не соскучишься. Рассказывай. Ты точно не из тех, кто позволяет себе скучать. Особенно рядом с тобой. Хватит друг другу подлизывать. Ну, что за просьба? Я и не подлизываю. Подробности будут потом. Главное, для этого задания тебе не нужно оружие. Только гидрокостюм. Ладно, ладно, уговорила. Тебе повезло. Я отлично смотрюсь в гидрокостюме. За ранчо Коронадо есть дамба. Знаешь? Да. А что с ней? Да с ней все норм. У озера стоит маленькое заброшенное бунгало. Приезжай туда на закате. То есть, это свидание? Ты не в моем вкусе, друг. Просто приходи. Я буду ждать.
Привет, Ви. Как дела? Я думал, мы уж не встретимся после всего, что было. Да не будь ты занудой, а? Не говори глупостей. Ладно. Рассказывай теперь, что мы тут делаем. Слушай, я последнее время много экспериментировала с виртами. И придумала, как записывать дорожки двух актеров одновременно. Хотела с тобой это протестировать, если ты не против. Снимать вроде можно где угодно. Зачем было ехать именно сюда? Это дом человека, которого я когда-то знала. Теперь он стоит пустой. Я тут иногда останавливаюсь. То есть мы будем писать в доме? Нет, мы будем писать под водой. Я против. Не соглашайся. Пусть ищет другого подопытного кролика. Ну как? Ты в игре? Что тебе не нравится? Не знаю. По-моему, сама идея тупая. Я как подумаю, насколько там темно и глубоко, у меня сразу на лбу, которого нет, выступает пот, блядь, который я не выделяю. Ты можешь просто остаться на берегу. Конечно, в игре. Супер! Тогда пошли. Все железо у меня здесь. Окей.
Переодевайся, салага. Давай установим тебе скроллер. Вода ядовитая. Это не страшно? Для того нам и нужны костюмы. Ты бы хоть сначала спросила, умею ли я плавать. Не боишься, что я пойду на дно, как мешок с камнями? Может, пойдешь, а может и нет. Я готова рискнуть. Классно смотришься в гидрокостюме. Даже не пытайся. Ну ладно, погнали. Ледяная вода, жди меня. Ну все, мы готовы. Сначала ты. Не отплывай далеко и старайся погружаться медленно. Все-таки куда мы плывем? Куда-то на среднюю глубину. Там темно, но течение не сильное. Должно быть безопасно. Хочешь точные координаты? Нет, не надо. Просто буду держаться рядом. Ну и отлично. Как я понимаю, вирты для тебя не просто способ срубить бабла. Само собой. Это же как, например, картины или песни. Их пишут, чтобы вызывать эмоциональный отклик. Но для этого, в общем-то, и существует искусство. Вот именно. Искусство – просто триггер для эмоций. А брейн-данс – это и есть сами эмоции. Все, пришли. Подплыви ближе и посмотри прямо на меня. Супер. Так, сигнал нормальный. Теперь помоги мне еще кое-что проверить. Надо настроить технику. Сперва датчики движения и запись. Поплавай вокруг меня. Движение синхронизировано. Давай, плыви назад ко мне. Теперь проверим звук. Я тебе напою песню, а ты скажешь название. Слышишь меня? Не знаю, что это за песня, но слышу хорошо. Звучит как-то так. Ладно. Синхронизацию мы закончили. Все, с калибровкой закончили. Что теперь? А теперь я покажу тебе кое-что классное. Приготовься. Теперь держи крепко, не отпускай. Погружаемся. Тут жили люди. А что с ним случилось-то? Почему его затопило? Кому-то это было выгодно. Тебя что-то связывает с этим местом? Угадал. Я здесь выросла.
Не приезжала с тех пор, как Лагуна Бенд перестал существовать. А мне нравится. Поплыли. Я столько раз представляла, как возвращаюсь сюда. У меня ушло много лет, чтобы на это решиться. А чего раньше не приезжала? Хороший вопрос. Я могла бы сказать, что у меня не было времени, техники, настроения. Но вообще, сама идея казалась мне странной. В городе. Она же единственная. Бургеры были так себе, слишком жирные. Конечно, это я теперь так говорю. Тогда-то мне казалось, что ничего вкуснее в мире быть не может. А рядом там мы жили. Соседняя дверь. Я и дедушка с бабушкой. Скажи, когда захочешь двигаться дальше. Странное место для фото в рамке. Да вынесло течением из какого-нибудь дома. Что-то можно разобрать? Не то чтобы. Смотри, какая штука. Похоже на старую фотокамеру. DPI 350. Можно сказать, раритет. Это хорошо? Ты что? Офигенно! Хоккейная клюшка? У вас тут что, был каток? Откуда? Мы гоняли на роликах прямо по асфальту. Альварес, где ты там? Мы без тебя проигрываем. Иду! Иду! Сейчас мы им наваляем. Ты будешь со мной включать? Извини, я побегу. Меня зовут. Кажется, это отвалилось от этой твоей бургерной. Так-так. А для тебя вкус детства – поджаренные маршмеллоу. Они почему-то постоянно подгорали, но тебе это не мешало. Ни хрена себе у тебя оборудование. Ты слышишь мои мысли? Я слышу эхо мыслей и чувствую намерение. Но не все время. Вот, возьми камеру. Лучше пусть будет радовать тебя, чем зарастать илом. Ого, спасибо. А где твои родители? Своего отца я не знаю. Мать умерла, когда я была совсем маленькой. Я ее не помню. Когда смотрю на ее фото, я вижу чужого человека. Джуди, Джуди, сирота на блюде. Что это было? Какие-то голоса. Голоса? Я никого не слышала, кроме тебя. Расскажи про своих дедушку с бабушкой. Они тебя любили? У деда была техническая жилка. Он меня всему научил. Он еще всегда такие истории рассказывал. Я могла сидеть и часами его слушать. А бабушка была взрывная.
быстро злилась и моментально остывала. Взрывная, говоришь? Ясно. Судя по всему, у вас это по наследству передается. Понятия не имею, о чем ты. А куда они переехали? В Найт-Сити? Да, на пару лет. Сняли ту квартиру, которая сейчас моя. Но этот город они терпеть не могли. Переехали потом в Орегон. Я их иногда навещаю. Поплыли дальше, Джуди. Есть, капитан. Следуйте за мной. Мы здесь ищем что-то конкретное? Нет, просто смотрим, что тут есть. Мне почему-то тут очень спокойно. Такое чувство, что мы вне времени, в каком-то пузыре. Еще немного побудем и поплывем дальше. Смотри-ка, даже не знаю, что может быть более бесполезно в подводном мире. Вода в бутылке. 5 баллов, Джуди. 5 баллов. Знаешь, что я не понимаю? Почему жители оставили машины, когда уезжали из города? Эй, я, по-твоему, такая старая? Этим развалюхам лет 50, не меньше. Они тут стояли, когда я пешком под стол ходила. И выглядели не намного лучше. Зато было удобно играть в Макстаг и Киберпсихов. Давай посмотрим, что дальше. Ага, как раз покажу тебе кое-что. Ты не представляешь, как странно плавать там, где... Где ты бегала в детстве, пока вокруг текла обычная жизнь. Да, немного представляю. Ха, а церковь не изменилась. Она всегда была старая и выглядела, как будто ее забросили к нам с другой планеты. И у нее были треснутые колокола, поэтому они звучали довольно жутко. Хрипло так. Странно, я про них вообще не помнила, а сейчас как будто их слышу. Не знаю, как это может быть, но я тоже слышу колокола. Да? Ты слышишь мои воспоминания? Наверное, побочный эффект. Закрыто. Жалко. Да погоди. Можно поискать какой-нибудь другой вход. Я только за. Тебе нравилось ходить в церковь? Чё думаешь, я туда ходила? Я вообще не обращала на нее внимания. Стоит себе и стоит. Когда мы узнали, что Лагуну Бенд собираются затопить, то все пришли сюда и обсуждали, как этому помешать. И чем все кончилось? Сам нашел пролом. Кажется, через него можно проплыть. Жди меня. Я сюда однажды забралась, когда никого не было. Встала у алтаря и начала представлять, что думает священник, когда смотрит на тех, кто пришел на службу. Я не понимала, как у него получается читать мысли.
мысли и все знать про людей. А потом, как заору, мне захотелось послушать эхо. И тебя не выгнали? Я сама убежала. Там было такое эхо, что я чуть не обосралась. Подумала, что это голос моей совести. Я очень стыдилась того, что мне нравится одна девчонка. Женя Чаджин. Пожалуйста, прошу тебя. Тебя. Ну, ёб твою мать. Ты жив. Что случилось? Ты отключился. Как ты смогла меня вытащить? Не знаю, не думала. Как-то не до того было. Осторожно, не спеши. Короче говоря, ты спасла мне жизнь. Спасибо. А я говорил, что плавать в ядовитые лужи – плохая идея. Если б меня еще кто слушал. Ядовитые лужи – это твой конструкт? Ты его слышишь? Ну, не то чтобы. Просто в моей голове появилась мысль, которая была не моя и не совсем твоя. Не обращай внимания на его трёп. У нас сложные отношения. Да о чём с тобой говорить? Думаю, тебе пока нельзя садиться за руль. Я тоже подустала. Машину вести не хочется. Может, останемся на ночь? Что думаешь? А почему бы и нет? А чей это всё-таки дом? Ты сказала, что знала хозяина. Один наш сосед ни за какие деньги не хотел уезжать из Лагуна Бенд. Хорошо, полицейские успели его вытащить, пока не пришла вода. Он построил себе домик, чтобы жить поближе к лагуне. Но потом заболел. Тогда вода была гораздо более ядовитая. Ты, наверное, замерз, да? Сейчас сварю кофе. Ты какой пьешь? Просто черный. Как сердце наемника. Ой, забыла включить генератор. Давай я. Тебе сейчас лучше отдохнуть. Я буду очень осторожен. Жалко этих людей, которые из затопленного города. У кочевников много таких историй. И в начале каждый всегда у кого-то отнимают дом. Готово! Джуди! Что-то сказала? Я не расслышал. Что-то случилось? Нет, ничего. Не гони, Джуди. Мы с тобой все еще сонастроены. В облаках все плохо. Гондоны из тигриных когтей отомстили за Хироми. Перестреляли почти всех. Том погиб. Роксана еле выбралась. Дом закрыли и неизвестно, когда откроют. Ни говорить, ни думать об этом не хочу. Я не хотела тебе говорить. Ты бы подумал, что я тебя во всем этом обвиняю. С чего ты взяла, что я бы так подумал? Не знаю. Прости. Давай закроем эту тему. Пойду прилягу. Совсем вымоталась.
О, эта телка меня бесит. Давай сматываться. Только смотри, не разбуди ее. Чем тебе не нравится Джуди? Ты видишь, как она заботится о людях и чувствуешь себя самовлюбленным мудаком? Она какая-то ебанутая. Отказывается выйти в дверь, выпрыгивает в окно, а потом ломает ноги и изображает удивление. Признай, она напоминает тебе Альт. Да ёпту, нет. Альт и наши с ней отношения — это, в принципе, другой уровень. Давай свалим отсюда нахуй, а? Так не делается, Джонни. Сам вали, если хочешь. Я не оставлю Джуди одну у черта на рогах. Это каким говном надо быть? Я не могу с тобой говорить, когда ты впадаешь в сантименты. Пустая трата времени. Иди лучше спать, а то опять посремся. Сидишь со мной немного? Я, наконец, сварила тебе кофе. Доброе утро. Знаешь, вчера мне казалось, что я решилась. Я же вообще позвонила, чтобы попрощаться. Город меня переживал, а теперь выплевывает. Знаешь, почему я приехал в Найт-Сити? Мне казалось, город дает возможности, которых больше нигде не найдешь. Но я чувствую себя так, как будто стою на зыбучем песке. Люди не должны так жить. Это неправильно. Да, понимаю. Я пока не могу уехать из Найт-Сити. Что будет дальше, посмотрим. Дай мне руку, Ви. Поздравляю. Вы получаете неограниченный доступ к моей квартире. Во! Хочешь, чтобы я переехал? Смотри сам. Можешь просто приезжать под настроение. Даже не знаю, что сказать. Со мной такое в первый раз. Спасибо за доверие. Береги себя, Ви. То есть это все? И мы больше не увидимся? Ты же еще буквально минуту назад сомневалась. Нет смысла тянуть. Мне хочется тут еще побыть пару дней. А потом уеду. Я рада, что мы подружились, Ви. Пока. Будешь вспоминать меня? Звони. Пока, Джуди. Thank you.
ここに来るのは、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 ここ
Говорю тебе. Отлично. Эта фарфоровая сука точно нас подставит. Знаю, я буду осторожен. Ну да, никогда не поздно начать. В общем, чуть что сразу сваливаем. Ханако-сама омачида. Она всех выгнала. Херово. Ты пришел. Прекрасно. Давайте сразу к делу. Прежде чем обсуждать детали, я хочу кое-что объяснить. Ты имеешь право знать, почему я решила тебе помочь. Вы не знали, можно ли мне верить. Убил ли Юринобу вашего отца? Что с тех пор изменилось? Я все знала. С самого начала. Вы знали? Как и все члены правления. Никто из них не поверил в то, что моего отца могли отравить. Картина не складывалась, слишком много деталей не совпадало. Раз вы все знали, почему ничего не сделали? Только вчера почувствовали угрызение совести? Разумеется, мой отец не был ангелом. Я не питаю иллюзий на его счет. Если надо было устранить врага, он отдавал приказ без колебаний. Юринобу считал это недопустимым. Но для отца цель всегда оправдывала средства. В жизни ему было важно только одно. Знаешь, что именно? Власть. Семья. Наша семья. Я должна была быть ее хранительницей. Заботиться о ней, поддерживать мир, соглашаться с ее решениями. Кажется, Юринобу получил немного другие указания. Юринобу поднял руку на отца. Но он один из нас. Он часть семьи. Я не надеюсь, что ты это поймешь. Просто хочу объяснить, как трудно мне было решиться на то, чтобы выступить против своего брата. Ну хорошо. Это ваш брат. Вам сейчас тяжело. Допустим, это я понимаю. А почему вы передумали-то? Я начала сомневаться еще во время парада. Мы получили предупреждение, что нарушены протоколы безопасности. Опасения подтвердились, когда я поняла, что штурмовая группа моего брата пришла не спасти меня, а убить. Да, Юринобу просто решил вами пожертвовать. Отец был прав насчет него. Юринобу никогда не думал о нашей семье. Моя роль – быть сердцем семьи. Пришло время семье Арасака прислушаться к своему сердцу. Оно укажет путь. Ты принес душегуб, как мы и договаривались? Держи ствол наготове, и ни слова. Вы, кажется, нервничаете. Что-то не так? Нет, не знаю. Это Ави пролетает тут уже в третий раз. Думаете, за вами кто-то следит? Мы немного отклонились от темы. Ты принес душегуб? Думаете, меня так просто развести? Думаете, куплюсь? Я вообще-то хочу выйти отсюда живым. Если бы я хотела тебе навредить, я бы выбрала менее заметное место для встречи. Мы здесь, потому что я могу спасти тебе жизнь. Я проведу тебя в Микоши. Как? Ее же не существует в реальности.
Точка доступа туда есть, и она совсем рядом. Где? Здесь, в Найт-Сити, под Арасака Тауэр. Нам надо уходить. Быстрее. Садись. У нас мало времени. А вот это уже интересно. Я вас внимательно слушаю. Мой брат... Чувствуешь? Вот так пахнет говно. Смотри, не вляпайся. Мы должны добиться, чтобы он ответил за свои поступки. Это ваше грязное белье, ваши семейные разборки. Зачем мне в это вмешиваться? Ты уже вмешался. По своей воле. И что вы собираетесь делать? Йоринобу... Ханако-сама, соросоро готитаку ни омодори итарайте. Сугу ни суму ва. Йоринобу скоро соберет заседание правления. Будут приглашены представители всех фракций. Это хорошая возможность рассказать им, как на самом деле погиб мой отец. Я приведу тебя на эту встречу, и ты дашь показания против Йоринобу. Дашь показания? Слушайте, можно я скажу прямо? Помоги мне избавиться от Йоринобу, и я избавлю тебя от конструкта. Так себе план. Вы просто хотите меня использовать. Ну, нет. Я просто предлагаю тебе решение. Не вы первая, если что. Не исключено, что последняя. Я бы не стала рисковать. Давай, пошли отсюда скорее. Ви, как ты себя чувствуешь? А? У тебя идет кровь. Бля. Кажется... Твое время уже на исходе. Лучше поторопись с решением. Да, я подумаю. Тебе нужно на воздух. Быстро. Слушается. Понимаешь, к чему я клоню? Само собой. Ты хочешь взять меня под контроль? Я хочу спасти тебе жизнь. Выпей псевдоэндотрезина, подвинься и пусти меня за руль. Я привезу нас прямо в Микоши. Ага. И как именно? Без помощи этой фарфоровой пизды. Это уж точно. В одиночку у тебя нет шансов. Вот поэтому я хочу взять с собой бестию. У нее есть еще порох в пороховницах. И она у меня в долгу. Может, лет 50 назад она бы и бросила все ради тебя. А сейчас вряд ли. Я ее уговорю. У нас обоих есть опыт в таких операциях. Ворвемся в Арасака Таур, как бывало в старые добрые времена, и разъебашим им всю Микоши к ебени матери. Других вариантов нет.